Глядя на картину, создается впечатление, что она написана карандашом. Изображение кажется немного плоским. Подобного эффекта Дубовской добился, нанося масляные краски ровным тонким слоем. Исполинская туча нависла над бескрайним побережьем. В центре надвигающейся бури – крошечная лодка. Художник очень тонко соотнес величественный мир природы с чувствами и переживаниями человека. Кажется, что грозные дождевые тучи опустятся еще ниже и поглотят все вокруг. И крохотное беззащитное суденышко, и глянцевую гладь моря, и виднеющуюся вдалеке узкую полоску берега. Земля и вода словно потерялись на фоне невозможно выразительного неба. Художник мастерски передал солнечный свет, который золотит небо и бликует в зеркальной водной поверхности. Полотно обескураживает своим реализмом. В изображенную Дубовским угрожающую тишину невозможно не погрузиться. Зритель хоть и наблюдает только светлую сторону грозового облака, но с легкостью может представить, как оно почернело над рыбаком. Картина отмечена серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Это полотно стало отправной точкой для создания так называемых пейзажей настроения, остро выражающих личные чувства художника.